Презентация фильма «Афон за жизнь. Завет преподобного Паисия Святогорца» в приходском доме при храме Святого Саввы, величайшем православном храме мира, состоялась по благословению викария патриарха сербского епископа Топлического Арсения с участием авторов фильма. Наследие преподобного Паисия Святогорца даже спустя 20 лет после его блаженной кончины остается злободневным и актуальным, подтверждением чему является и данный фильм, отметил на открытии презентации отец Далибор Стоединович. Его преподобного Паисия стремлением было, чтобы аборты законодательно запретили, и чтобы был поднят вопрос об оправданности аборта, или, как мы говорим в соответствии с канонами церкви, детоубийство. Потому что действительно жизнь человека начинается с момента зачатия. Представляя фильм «Афон за жизнь», его режиссер и автор сценария Артем Махакеев заявил о необходимости объединения усилий в вопросе защиты жизни не только политиков и церкви, но и широкой общественности, представителей медицины. Автор идеи проекта, лидер международного движения «За жизнь» Сергей Чесноков отметил, что афонскими старцами в фильме предлагается план наступления в той духовной битве, которую можно назвать Третьей мировой войной. В результате абортов было загублено гораздо больше человеческих жизней, чем за две мировые войны вместе взятые. В 7-миллионной Сербии ежегодно только официально совершается 200 тысяч абортов. Специфика войны против нерожденных детей в том, что победить в ней можно только победив самих себя, только опираясь на наследие святых. Авторы фильма призвали сербов организовать показ у себя на приходах, в школах, чтобы голос афонских старцев был услышан молодыми людьми. Молодежь, которая пришла на презентацию, поддержала этот призыв. Многие оставили пожертвования на развитие сербского движения «За жизнь». Да, этот фильм очень поучителен и очень важно, чтобы молодые люди посмотрели его. И, разумеется, я даю проекту «За жизнь» свою поддержку, как девушка, у которой еще нет детей, но надеюсь, что они у меня будут. Думаю, что самая большая проблема для 20-летних девушек, поскольку они недостаточно информированы о проблеме аборта. Мне уже 30, и я уже многое поняла благодаря тому, что ходила в церковь, многое узнала из фильма. Очень понравился, он очень информативный, и было бы хорошо, чтобы как можно больше молодых людей его увидело. Ведь мы живем во времена, когда аборт – очень распространенное явление. И думаю, что народ должен инициировать закон о запрете аборта. Обязательно, если мы не хотим, чтобы наша нация вымерла. На презентации также был показан ролик с кратким приветствием святейшего патриарха сербского Иринея, который обратился с призывом к народу и к политикам, и к медицинскому сообществу решить проблему аборта, от которой напрямую зависит благополучие и безопасность страны. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Белград, Сербия.